Танюш, команда Кировец Форс, девочки, это команда первая в Тифе? Да, первая и пока единственная. Приходит девчонка на тренировки, играть. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь о команде Кировец Форс. Ну, у нас команда получается разновозрастная. То есть набрать одну группу определенного возраста тяжело. Надо, чтобы девочки приходили. Тренировались, работали, и чтобы, конечно, была не одна команда, а несколько, чтобы девочки играли с девочками. Игра с парнями – это, конечно, с парнями, да, но нам тяжело, надо, очень тяжело, конечно. Очень тяжело, да? Ну, потому что парни и по физике сильнее, естественно, и по опыту гораздо сильнее. Что скажешь по поводу сегодняшнего матча? Могло быть и лучше. Девочкам сколько пока не собрались. Сколько сегодня забить, скажи, пожалуйста? 4 точно. 4 точно. Но все равно молодцы. Молодцы, все-таки не ушли по сухими, забили гол. Ну, у нас пока установка забивать каждый. Понятно. Спасибо большое. Дворовая лига. Сарыч.